И вот одно из железнодорожных открытий 2021 года. Вчера, 22 апреля, открылась после реконструкции станция Внуково. Теперь это... Все, хорошо. Ага, я туда сейчас передам Захару. Небольшой пригородный вокзал. Еще 7 новых станций. Откроются в этом году на Киевском направлении. МЖД. 2021 год. Это год науки и технологий для транспорта. Год достаточно масштабный. Небольшой транспортно-пересадочный узел. Рядом Внуковское шоссе. Эта станция состоит из одной изогнутой островной платформы. Изначально эта платформа была открыта в 1899 году. Соседние станции Мичуринец и Лесной городок. Слева направление к Киевскому шоссе. Поезд Рекс-экспресс пролетает эту станцию. Справа к Можайскому шоссе в сторону Одинцова. В таких поездах, даже когда на МЦД был бесплатный проезд, это было в конце 2019 года, в таких поездах проезд был все равно платный, так как это экспрессы, и они останавливаются не на каждой станции. Лифт, кстати, уже работает. Погодные условия сейчас не очень хорошие, но на этой станции уже все защищено. То есть дождь не чувствуется, а он сейчас есть и будет в ближайшую неделю почти каждый день. В общем, я снимаю первую станцию на Киевском направлении МЖД. Расписание пригородных поездов. С этого года я снимаю абсолютно все. Раньше я мог снимать станции на метро, МЦД. Еще в этом году будет новое, помимо направлений, Московской железной дороги, которые еще не вошли в МЦД, будут станции на МЦК. Они все были открыты в 2016 году. С сентября я буду их снимать. Единственная станция, которую я снял в прошлом году, была Ховрино, на Ленинградском направлении. А на остальных ничего не было. Поэтому это новинка. И поездка по Киевскому направлению, и вот эта станция. Всем приятного просмотра.